Привет, друзья, это Егор. Как вы поняли, произошло приятнейшее событие. Вася Маврин на свободе. Суд решил, что он ни в чем не виноват. То есть, представить детского тренера и футболиста Амкала как преступника у некоторых людей в Новосибирске не получилось. Повторю, у некоторых людей. Ну а вот как решение суда прокомментировал сам Вася. Привет еще раз, ребят. Официальная информация по поводу ситуации, которая произошла в городе Новосибирске. Я вышел, проведя в изоляторе, или как это называется, больше суток. Ну, в общем, в общей сложности около 2 суток, получается, провел то там, то тут. Суд завершился, и судья вынес следующее решение. Дело закрыть за неимением состава преступления. То, что мне вменялось, было просмотрено судьей, и судья принял решение, что там нету ничего от слова совсем. И поэтому диванных критиков или прочих доброжелателей остальных всех обнял. Пока. Состава преступления нет. Вася на свободе. Вроде бы все хорошо. Но остаются вопросы. А зачем тогда сразу нескольким сотрудникам полиции нужно было Васю выводить из раздевалки в носках, наступать ему на ноги? Он же сказал, можно ему не обувь одеть? Одеть? Можно одеться? Он же сказал, не отказывается. Живот! Ай! Конфликт случился... Подожди, поругался. Дайте его! Нет! На ноги наступаешь! Зачем нужно было бросать его через бедро и заламывать ему руки за спину? Да вы что, ломаете? Я иду! Я иду, блядь! Я иду с вами! Вы что делаете? Руки за спину! Зачем нужно было капитану полиции смотреть на игроков Амкала свирепо, держа руку на кобуре? От машины в сторону на 5 метров! Последний раз предупреждаю! Стрелять по нам будет, смешно. Ты за кобуру, что ли, взялся? Зачем все это нужно было? Ну и, в общем-то, а какой смысл был в пребывании человеку, у которого сейчас беременна жена, у которого есть ребенок, в течение 2 суток в камере? Я прочитаю. Слава Васе. 4 человека в камере, писать, какать тут же, кушать не стал, пить воду тоже, пил только ту, что передал брат. Потом 3 часа в участке, в клетке 1,5 метра и трубами вместо лавки. Под 3-этажный мат от сотрудников, женщин и мужчин, пишет Вася. По пути в суд, он это пишет. Так вот, зачем все это нужно было? Как это произошло? Я сейчас в этом видео коротко объясню. А завтра уже выложу интервью с Васей, чтобы познакомить вас с ним поближе. Если я прихожу, то мы тогда выиграем МКС. Как мне показалось, в Сибири многие думают, что это... Ну, такой московский блогер, его даже в Красноярске назвали крашеным. Хотя это... Которые сами говорят, раз в год к нам приехали. Я какое к этому отношение имею? Я не знаю, чтобы дать маленьким детям, чтобы с ними постояли чуть-чуть, минут 20-30. Можно, материться на площадке? Да при чем здесь материться, где я не слышал, что он матерился? Вы не слышали, это твоя проблема, понимаете? Я это слышал. Да нет, я вам говорю про другое. Я вам про другое говорю. Я вам говорю про другое. Ваша задача — это сделать так, чтобы детям города Новосибирска было лучше. Уважаемые, это моя проблема. Я буду оспаривать. Хотите оспаривать? Вы в суде. Я буду доказывать. Я докажу, поверьте мне. Это не ваша проблема. Вы счастливы будете от этого? Да, я буду счастлив. Итак, объяснение. Пора бы их дать. Но прежде я хочу обратиться к тем сочувствующим жителям Новосибирска. Я прочитал большое, огромное количество ваших сообщений с благодарностью за то, что Амкал приехал, с благодарностью за то, что мы старались там со всеми фотографироваться, с радостью, что наконец-то в манеже были полные трибуны. Но при этом многие из вас пишут, что вот, мол, нам стыдно за свой город, тем не менее. Ребят, писал в телеге, еще раз скажу, вы не должны стыдиться, не должны, не имеете абсолютно никакого права. Вы жители великого города, вы очень, я даже не знаю, как сказать, вы вообще просто прекрасная публика, потому что в течение матча вы и болели, и были очень спокойны, никто не пытался выбежать на поле. А там 2-3 человека, которые все-таки прорывались, мы им говорили: ребят, мы ко всем подойдем, только вот, пожалуйста, займите свои места, чтобы не было бардака. Ну, там стюарды не успевали, мы сами успокаивали, и да, они возвращались. Идеально болели, вы просто прекрасные, замечательные, добрейшие.
ну, отличная публика. То же самое могу сказать и про жителей города, про водителей, про людей в отеле, в котором мы жили. Все было просто великолепно и замечательно. Так что не нужно ругать себя, не нужно ругать свой город. Вам здесь жить, вы по большей части еще все молодые. Делайте добрые поступки и делайте ваш город лучше. Не нужно себя самих ругать. Это во-первых. Во-вторых, ну, в принципе, можно сказать, что клуб «Новосибирск», ну, молодцы. Изначально молодцы. Ну, потому что Герман рассылал предложения об игре «Амкала» в разные места, в разные клубы. Да, в Красноярске пошли на встречу, в Новосибирске тоже сначала написали, типа, ребят, вы не тот аккаунт указали, ну, давайте все организуем. Ну, организовали же, это же положительно. Они же тоже в Новосибирске у себя понимают, что вот фото матч Новосибирска и Красноярска, где в манеже ноль зрителей. Ну, понимают проблему, но ноль зрителей, нужно как-то народ привлекать. Ну, просто можно это делать по-разному, но здесь была очень хорошая идея для того, чтобы вот молодая публика пришла, купила билеты, еще доходы с билетов пошли все равно в клуб Новосибирск. Купила билеты и, возможно, заинтересовавшись футболом, ну, таким уже более-менее профессиональным, заинтересовавшись своей командой, вот, возможно, часть этой публики дальше стала бы ходить на футбол. Но для этого нужно было что-то сделать для этой публики чуть позже. Но это я тоже объясню. То есть изначально все было прекрасно. Сразу скажу, что нет такой практики, когда Амкалу все дарят. Ну вот условно, на поезде мы доехали из Красноярска до Новосибирска за свои деньги, ну точнее за деньги клуба, не за личные Германа, сейчас все-таки это можно назвать деньги клуба, потому что там несколько партнеров, и за спонсорские условно. Дальше мы жили в отеле, опять же, за свои средства. Я так понимаю, что мы же предлагали доплатить за манеж. То есть, в принципе, были такие нормальные отношения, где и те молодцы. Это все было до начала футбольного матча. И во время футбольного матча тоже хорошо. Повторю, классный манеж. Повторю, классные болельщики. Повторю, опять же, стюарды такие тоже дружелюбные были по большей части. И до конца матча все просто отлично было. Игра была хорошая, все классно. Ну и думаю, дальше все было бы хорошо, если бы сразу после матча мы помахали вот так вот товарищам-болельщикам и сказали, ну, чуваки, ладно, что-то не очень хочется с вами сфотографироваться, давайте идите домой. И все. Для галочки мероприятие было бы признано состоявшимся. Но есть одна проблема. Серьезная проблема. Амкал играет не для галочки. Амкал играет не для чиновника. Амкал играет не для публикации статьи в газете. Амкал играет не для отчета, который упадет на стол губернатору. Нет, мы играем для людей. Для зрителей. Возможно, поэтому на Амкал ходят. Возможно, поэтому за Амкалом следят. Возможно, поэтому. А вот пост, я вам покажу пост в группе Новосибирска, как вот об этом матче рассказали в соцсетях футбольного клуба Новосибирска сразу после окончания. Там зрители даже обрезали. Ну, счет и счет. Все для результата. Но, к сожалению, чтобы ходили зрители, ну, не работает это так. Не работает. Вот. Так что произошло это, во-первых, потому что, к сожалению, в нашем футболе не все люди понимают, зачем он существует. Вам серьезно, один раз в год тяжело постоять на 20 минут. Так что, к сожалению, в отличие от тех же новосибирцев, которые сразу почему-то убежали в раздевалку, даже не пройдя, не поблагодаря публику по всему стадиону, точно то же самое, кстати, было и в Красноярске, но, видимо, не принято благодарить публику, которая, впрочем, и за Новосибирск тоже кричала в этом матче. Да, вот ребята все ушли. Не думаю, что дело было из-за того, что манеж нужно было срочно закрывать, потому что изначально никаких объявлений не было. Так вот, мы пошли давать автографы, конечно же. И вот если вы думаете, что вот мне прям уж так хочется давать все эти автографы, вот прям вот я так скажу сейчас, да, мне это очень нравится. Ну, честно говоря, не совсем. Ну да, минут 5-7 еще можно поставить, потом ты уже думаешь, блин, ребят, у вас еще столько, когда же уже все это закончится, но ты все равно улыбаешься, потому что, опять же, это твоя роль. Ты должен удовлетворить людей, удовлетворить зрителей, которые в том числе заплатили деньги за то, чтобы поприсутствовать на мероприятии. Из-за этого начались проблемы. Проблемы, если уж так судить, в первую очередь заключались в простом несоответствии обычному порядку, когда объявляется выход со стадиона для болельщиков. Но объясню, в чем суть. Вы же, наверное, когда были на футболе, помнили, что даже после матча некоторые команды остаются тренироваться на поле. Ну, просто остаются, да, тренироваться на поле. Запасные, те, кто мало сыграл, они могут там находиться. При этом вам говорят: друзья, первыми трибуны покидают зрители трибуны Д нижнего яруса, потом зрители трибуны А верхнего яруса.
И если бы все так было устроено, если бы стюарды и полиция знали, как действовать при полных трибунах, то, соответственно, ушли бы болельщики, ушел бы и Амкал за 5 минут, за 10, за 15. То есть, в первую очередь, вы обеспечиваете порядок выхода болельщиков со стадиона. Клёныч, ты жив? Так, я тут чуть-чуть приоделся, холодновато стало. Ну, тут компания, которая первая, по-моему, сбежала из России. Привет ей. Вот было бы прикольно, если бы еще на холод в конце марта санкции ввели. Ну ладно, вернемся к делу. Ну, вы уже поняли, что я имею в виду. Представьте, идет концерт группы Любе. Николай Расторгуев говорит, мы будем выступать примерно час. И вот он заканчивает выступление, собирается уходить на сцены. Но тут ему кричат, браво, Николай, бис! И он выходит выступать на бис. И в этот момент к нему подходит какой-то стюарт, начинает его тянуть за майку. Николай говорит, вы что, обалдели? Ну, бред? Бред. Но в Новосибирске происходит именно так, потому что здесь скорее речь идет даже не о каком-то там суперспортивном событии с хулиганами-фанатами, но о обычном каком-то концерте, увеселительном мероприятии. И заканчивается это увеселительное мероприятие скандалом на всю страну. Публикации делают ведущие спортивные СМИ и ведущий комментатор и ведущий концертов, тоже всем известны. И все происходит потому, что разные участники события просто не умеют и не понимают, как работать. Ведь дело можно было решить, ну, буквально за минуту. Как это делать? Да очень просто. Организаторы видят, что данный концерт продолжается, что команда, в данном случае Амкал, выходит на бис и даже предлагает, ну, давайте мы немножко продлим зал, тем более совсем чуть-чуть там болельщиков осталось, давайте это сделаем. И организаторы такие, а, окей, хорошо, давайте тогда останемся, вот мы сейчас скажем стюардам, предупредим полицию, потом вы нам как-то это возместите, ну, давайте попробуем договориться, все это быстро решить. Окей, окей. И все абсолютно счастливы. Выходит очень много роликов, как прекрасен Новосибирск, как они идут навстречу, как много детей и людей пришло, как много детей и людей придет на следующие матчи этого футбольного клуба Новосибирска. Мы все для этого сделаем, чтобы именно так и произошло. Полиция прекрасно отработала, все ее довольны, стюарды получают в том числе и опыт, и тоже довольны, едут домой, тем более могут они там заработать каждый еще там по 300-500 рублей за то, что остались лишние 20 минут. Но нет, нужен скандал, нужен конфликт, нужно доказать, что вы там все эти московские блогеры, журналисты и кто вы там, крашеные гомики, вот примерно вот так, которые вот приехали на тут свои порядки устраивать. Ну зачем? Сейчас делаете вид, как будто вас волнует, как эти люди будут добираться. Как я буду... Получается, что организаторы, которые должны были контактировать со стюардами, исчезают и растворяются. И да, фуз-пресс-таше Дмитрий Кондратьев, тот самый Дмитрий Кондратьев, замечательный пресс-таше, который неоднократно конфликтовал со своими же болельщиками, куда-то их посылал, называл ничтожествами, обвиняет меня во вранье и говорит, что он там до последнего, там что-то пытался какие-то вопросы решить. Но у нас же есть запись разговора с одним из главных стюардов. Вот он на поле стоит и говорит... Мы не знаем, что делать, организаторы ушли. Вот, вот он. Вы просто ощущение организатора, он ушел и все, и оставил. Он растерян и не знает, что делать. Его бросили и не появились. Ну, либо где-то были, но уж точно не на месте событий. Ведь даже когда Герман уже просил как-то решить вопрос с Васей Маври, ну, чтобы нормально все, ну, как-то сгладить углы, то тот же господин Кондратьев сказал, что это не в его компетенции. Раз уж Кондратьев выкладывает переписки, то вот эта переписка. Это не в его компетенции, ему неинтересно решать этот вопрос. У него уже другие дела. Да ему наплевать, видимо, на имидж футбольного клуба «Новосибирь». А начальник службы безопасности, который якобы помогал, ну, вы послушайте, в момент, когда Маврина крутит, он поддакивает и издевается. Это специально на камеру, что ли? Да какую камеру? Я иду с вами, ну что делать? Я пришел за вас заступаться и решить проблему. А как вы себя вели? Как? Вы разговариваете, как я себя вел? Если вы считаете это нормально... А что я сделал, расскажите мне, пожалуйста. Вы сопротивляетесь. Вы я сказал, что пойду, я спросил, какое отделение. Вы не шли, какое отделение мы едем, вы мне не ответили. Опять же, становится понятно и профессионализм, и квалификация, и для кого, господа эти, на данный момент работают. Вот здесь вот с вами разобрали комнаты разбора, а теперь будете разбираться там. Другая проблема – это как раз-таки отсутствие достаточного опыта и тоже, в принципе, понимания, как работать у стюардов. Я не знаю, как их нанимали на этот матч, но
По факту они поделились на несколько частей. Ну, во-первых, опять же, вернемся к вопросу, что в первую очередь должна обеспечена быть работа по выходу зрителей со стадиона. И в каких-то местах она действительно была обеспечена, потому что вот одна часть трибуны, другая часть трибуны по секторам, они достаточно быстро, там минут через 10-15, уже ушли. То есть там стюарды сработали. Видимо, в других местах это сделать не получилось. Не получилось, скорее всего, по двум причинам. Первое. Ну, наверное, не могли. А вторая часть стюардов, как мне кажется, тоже с удовольствием оставалась на матче и хотела тоже получить автограф. Ну, это либо получить автограф, либо это просто были достаточно совестливые люди, которые понимали, что если они 5-10 лишних минут постоят и подождут, то ничего страшного не случится, а дети в большом количестве, пришедшие на матч, будут очень рады и благодарны тем же стюардам. И здесь как раз-таки происходит вот эта вторая часть конфликта, потому что часть стюардов, ну, которая недовольна, а недовольные достаточно часто имеют такую агрессивную позицию, вот они агрессивно начинают игроков Амкала выгонять. Там звучат фразы типа «валите отсюда, нам пора дам». И они, в принципе, правы. Ну, представьте, вот, сказали вам, вы работаете час и получаете там 1000 рублей. И вот каждая следующая минута, она бесплатная. А это вечер субботы. А вечером в субботу вам чего хочется? Ну, либо домой поехать, либо с девушкой куда-нибудь сходить, встретиться, в кафе посидеть, либо в ресторан, либо на дискотеку, в клуб, куда угодно. А вам тут приходится смотреть, как какие-то, опять же, вот эти гомики московские своими уставами приехали, и тут наших этих детей развлекают. И сколько они еще здесь будут стоять? А ну-ка валите отсюда, освободите зал. Не зрительно, потому что, ну, а вот сверху, давайте, идите отсюда. Ну, естественно, логичным получается ответ, собственно, ребята, а почему мы должны уходить, вам что, ну, вот как объясняет Вася, вам что, тяжело поставить, ну, это же дети. Ну, ответ простой, в такой ситуации, что остается делать? Правильно, вызывать кого? Полицию. Все вообще прекрасно знают, чем обычно заканчивается ситуация, когда полиция, тем более в небольшом количестве, заходит на стадион и начинает проводить какие-то определенные мероприятия. Раньше в российском футболе это постоянно заканчивалось, ну, как минимум, потасовками и неприятными вещами. Хорошо, что в последнее время как-то удалось от этого избавиться. Иногда полиции вообще чуть ли не нет на трибунах. Но здесь ситуация происходит обратная, потому что нужно понимать, кто вот на этот детский утренник из полиции заходит на манеж. Ну вот возьмем того капитана, я специально не буду называть его имени, фамилии, не буду там демонстрировать какие-то, как уже кто-то делает, фотографии во ВКонтакте. Я считаю, что это не совсем правильно, я могу просто рассказать вот свое видение. Ну да, вот заходит этот капитан, а человек, я так понимаю, служил по контракту в Чечне. Там война, я так понимаю, уже к тому моменту закончилась, кампания закончилась, но все равно, вот он служит в Чечне. Он привык к жизни по определенному уставу, когда вот ты дал команду, и никто не имеет права ее ослушаться. Привык, возможно, работать в каких-то ситуациях, когда нужно применять оружие или жестко кого-то задерживать, в том числе, когда он там сказал какое-то лишнее слово, проявил несогласие. Проблема в том, что это, опять же, немножко другая ситуация. Это как будто бы детский концерт. И вроде бы там нужны применять какие-то другие методы. Но человек работает иначе. Ну, человек иначе работает. Он не понимает, что вот есть где-то люди могут фотографироваться у плакатов, что это там не всегда митинг. Если нужно сказать, что там перестань, не всегда нужно заканчивать тем, чтобы кидать человека там через бедро и возить его, например, в отделение. Ну, не понимаю. То есть это не его даже, возможно, он привык так работать, что вот есть указ, есть приказ, есть неповиновение и есть перевалил его... А здесь речь идет просто о детском тренере, который хотел детям сделать лучше. И поэтому логично, что суд не находит никакого абсолютно состава преступления. Вообще ноль. И получается, что в том числе вот этого человека, который, опять же, если брать его соцсети, выкладывает в основном фотографии либо с оружием, либо с убитыми животными, этого человека тоже, получается, подставили под камеры, подставили вот... Поставили скорее рядом с детьми. Он оказался в этой ситуации, в данной ситуации не совсем на своем месте. И вот
тоже, получается, стал действующим лицом этой истории. Ну и плюс ко всему, я думаю, что этот сибирский полицейский тоже предполагал, что он взаимодействует с этими неприятными московскими блогерами там крашенными. И, в принципе, вот эти московские-то блогеры, типа меня, мы как-то сразу ушли. Но если вы там вот начинаете вот так себя вести, то хорошо, мы лучше уйдем. Сами разбирайтесь, мы спокойно уедем, все. Там вот сколько могли, столько дали автографов. Но тут они попали на другого сибиряка, который точно так же может сказать, а почему? А что? Я здесь вообще-то, грубо говоря, на своей родине нахожусь. Здесь вот люди мои рядом. И, казалось бы, ситуация не стоит выеденного яйца, а приводит все ну, к какой-то жути. К этой руке на кобуре, перед детьми, к заломам, тоже там перед детьми, к грубости, какой-то попытке лишить детей этого праздника. И, опять же, становится скандалом на всю страну, вместо того, чтобы стать большим праздником, праздником, который по факту уже состоялся. И опять вернемся к этому господину Дмитрию там, Кондратьеву, который до суда еще во всех соцсетях начал писать какие-то мамкал вруны и так далее, хотя ему за этот баннер там уже там, с удовольствием готовы были бы сразу заплатить, о том, что вот того же Маврина правильно там с ним все сделали, вот так и надо и так далее. Дмитрий, ну вы работаете на клуб. У вас репутация клуба и репутация там вот детей вот рядом. Ну, вы что же делаете-то такое? Что, ну как так можно-то? Ну вот вы своих болельщиков уже посылали. Сейчас. Ну, правда. В общем, друзья, еще раз, подводя итоги, скажу. Первое. Ну, пока что неумение работать на таких развлекающих детских мероприятиях. Нелюбовь, скорее всего, к этим московским блогерам, непонимание, какого хрена на этих уродов ходит большое количество зрителей, большое количество детей. Ну, я думаю, что общая черта произошедшего – это то, что, в принципе, на праздник для детей всем пофигу. А на что не пофигу и что приносит радость, ну, будет сказано. Это дети, которые ладно. Пришли, которые, которые сами говорят, имею. Раз год к нам приехали. Я какое это наши, это наши за... Я не знаю, чтобы дать маленьким детям, чтобы с ними постояли можно, чуть-чуть. Можно, минут 20-30. Значит, материться на площадке? Да или причем что? Здесь материться, где я не слышал, что он матерился. Да? Вы не слышали, это твоя проблема, понимаете? Я это слышал. Да нет, я вам говорю про другое. Я вам про другое говорю. Я вам говорю про другое. Ваша задача это сделать так, чтобы детям города Новосибирска было лучше. Уважаемые, это моя проблема. Я буду оспаривать. Хотите, оспаривайте вы в суде. Я буду доказывать. Я докажу, поверьте мне. Это не ваша так, проблема. Вы счастливы будете от этого? Да, я буду счастлив. Что ж, это был большой опыт для нас всех. Это был Егоров. Пока. Завтра интервью с Васей Мавриным. Расскажем, кто это такой. Удачи.